Гарантия будущего успеха Евразийского экономического союза – это единство интересов, считают политики Кыргызстана. Они подчеркивают, работа Высшего Евразийского экономического совета, Евразийской экономической комиссии, а также применение единого таможенного кодекса позволили выстроить четкую интеграционную модель. Такое взаимодействие помогает скоординировать Казахстану, России и Беларуси макроэкономическую политику. И самое главное – даст возможность минимизировать воздействие мировых экономических рисков для всех участников будущего союза. Я убежден, что этот союз, в основе которого прежде всего политические цели, со временем станет экономически обоснованным для всех участников. Я убежден в этом, потому что есть добрая воля, есть общность интересов, есть общность целей. И надеюсь, что это будет взаимовыгодный союз.